Добрый день, друзья! Мы рады приветствовать зрителей нашей программы. Сегодня мы хотим познакомить вас с теми местами на планете, куда не рекомендовал ходить гулять детям один известный персонаж из детских книжек. Где вечное лето, где солнце встает в 6 утра, а садится в 6 вечера круглый год, где люди внешне не очень похожи на нас, а звери не похожи на наших зверей. Вы, наверное, уже догадались, куда мы вас приглашаем. Тогда вперед! Африку, с которой многие из нас зачастую сталкиваются, отправляясь в те или иные туры, трудно назвать настоящей. Истинная Африка запрятана в глухие дебри, за зыбучие барханы, в каньоны невообразимой глубины, туда, куда обычным визитерам-иноземцам попасть не так-то просто. Желающие увидеть ее изнутри должны свернуть с протаренной дороги и углубиться в мир естественных звуков, удивительных красок, неожиданных встреч, простых и понятных чувств. В мир аборигенов, людей и животных, привыкших строить отношения между собой и с окружающей средой в соответствии с неизменными законами пустынь, саван, джунглей. Именно здесь сокрыта она, та самая Африка, что для себя, для внутреннего пользования, а не на показ. Где можно многому удивляться, но и многое постичь. Подобрать ключ к пониманию иной системы ценностей, отличной от той, растиражированной и расфасованной, к которой привыкли мы. Пожалуй, одно из таких белых пятен на темном континенте – Эфиопия. Тут люди в большинстве своем пока еще не позируют, а просто живут обычной, отшлифованной наждаком тысячелетий, нелегкой африканской жизнью. Давайте заглянем за кулисы привычного для нашего восприятия бананомангового рая глазами большого знатока диковинных мест планеты, исследователя и художника, путешественника-пилигрима отца Федора Конюхова. Получив благословение и оседлав верблюда, он прошел фактически через всю Эфиопию в поисках не только ответов на вопросы-загадки одной из древнейших цивилизаций мира, но и истинного лица Африки. Эфиопия.
дерево, которому, наверное, под 1000 лет. Можно спать. На нем можно спать. Сегодня 28 апреля 2011 год. Мы прошли горы Адуа. Они сейчас у нас сзади. Впереди уже увидели святой город Аксум, куда мы стремились все 40 дней, куда была направлена экспедиция на верблюдах из юга на север Эфиопии. Ну, экспедиция как раз и была построена так, чтобы прийти и финишировать в святом городе Аксум, где находится святыня из святынь всего человечества. Это ковчег Завета со скрижалами Господа Бога, который принес Моисей из горы Синай. Там выбиты, написано перстом Бога, 10 заповедей Господних. Эта экспедиция отличается от других экспедиций. Была задумана и проведена именно духовная. Здесь не ставилось в этой экспедиции ни рекордов спортивных, ни научных каких-то открытий или изысканий, ни рекламных целей. Здесь экспедиция была чисто духовная. Пройти по Эфиопии, молиться, заходить в святые места – монастыри, церкви, святые источники. Их здесь очень много. Встречаться с монахами, с отшельниками, со священниками и просто с простыми людьми, которые обрабатывают эфиопскую землю. У нас 16 человек. С них, конечно, все 15 – это участники эфиопы. Мы жили очень дружно, мирно. Преодолевали трудности, особенно жару или перевалы горные. Все вместе, конечно, мы стали друзьями. Мы идем до города Милле. Где-то 260 километров осталось. Мы туда ближе к горам, в христианской части. Сейчас мы идем по мусульманской части. Али, сюда беру вас. Друзья, Иса, сейчас подходим к этому племени Иса, а девочка стреляет на поражение с кустов. Из автоматов как раз не пройдет. Салам алейкум.
Салам алей. Встречались очень с многими племенами, с многими народностями. Эфиопия – это многонациональная. Здесь друг друга не все понимают по речи. С нами шли несколько переводчиков, переводили с одного на второй, что я хотел узнать. Мне хотелось понять, как они молятся Богу, и именно почувствовать солнце Эфиопии. У нас была жара и 56 градусов, земля нагревалась и 75 градусов. Это было очень жарко в пустыне, в горах было попрохладней, по 46, по 40, по 35 градусов. 49 градусов. И две. Меня? 49 градусов и две десятых. Вот ближе к земле 53. И это в тени. Ну, так это 53 градуса. Ой-ой-ой. Самое главное, чтобы... А вот мы глаза. Да вот я даже вот это. Это, видишь, она как пустота, видишь? Видишь? Это молочко такое. Племя Иса, на которой сейчас мы территории находимся, мажет стрелы этим вот молочком, ядом, идет на соседние племена Афара. И вот, если только процарапаешь руку, попадет яд сразу человек. Видишь, мне тут опасно, чтобы не брызнул на руку. Это лучше не везти нам в Россию. Институт Вавилова меня просил, чтобы собирал все семена, Институт Вавилова. Но эти семена я не буду собирать. Зачем? Это очень такая гадость, опасна. Интереснее здесь. Видишь, уже на саванна тут подходит. Тут здесь даже есть лев. Мы слышали только что. Следы невиданных зверей. Может быть, леопард, может быть, гиена, может быть, кабан. Да, тут с ними не забалуешь. Чайку не попьешь. Вот сейчас местный погонщик подходит к термитнику и начинает отламывать почему-то куски от него. Живые термиты реагируют на это вроде спокойно, но я бы не решился. Термиты — это пострашнее муравьев. Большие? Нет, маленькие.
так спокойнее, когда у них забираешь автомат. Бери. Бери. Монгольский. Когда тут еще монгольский? Когда, да. На монгольская нога тут не ступал. Дикие верблюды напали на караван. Все, 10 часов, жара начинается. Мы до 3, до 4 часов будем отдыхать. Куда 50 километров на дали? Джована. Джована. Вот где вот видишь она? Вот. Джована, во. Вот. Афары здесь. А потом здесь живут Иса. Дальше живут Афары. А потом Иса здесь. И дальше Афары живут. Вот туда. Налево, не будем. Эфиопия — это родина рождения кофе. И очень много кофе выращиваем. Особенно на юге и центральной Эфиопии, в том числе на восточной Эфиопии. Много кофе выращивает. И очень много различных стран экспортируем. И кофе у нас различный сорт. В основном это кофе арабика. Для нас кофе — это не просто для питья. Мы пьем кофе, не важно чувствую. Семья собирает каждый день, вечером или во время обеда. Есть кофейная церемония. И это более помогает для укрепления семейных отношений. Самый лучший кофе — это эфиопский, это родина кофе. Здесь, кажется, она очень необычная, такое терпкая. Для кофеманов это настоящее. Органическое. Им надо приезжать сюда или закупать. Адрахуб. Я думаю, что пустые рожки, а здесь они полные. Где бы мы встретили, какое бы племя мы не встретили, везде они улыбающиеся, очень много детей, все дети жизнерадостные, приветливые.
Эфиопия, конечно, страна древняя и очень большой цивилизации. Я бы сказал, что когда люди говорят, что это дикая страна, я бы это слово не применял. Они как раз стоят на духовном уровне выше, выше других стран, в которых я путешествовал, я имею европейские или там американские, или видите, как красиво. Наше путешествие в Африку на этом не кончается. Так что всего доброго и до встречи!